Я приветствую вас на канале Банковский. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же перевести деньги с сим-карты Тинькофф Мобайл на банковскую карту. Знаете, наверное, Тинькофф Мобайл по большей степени выдают всем, кто получает карту Тинькофф Банка. Потому что навряд ли, наверное, кто-то собирается пользоваться сим-картой Тинькофф Мобайл просто так. Ну, даже если есть такие пользователи, то они знают, что данная сим-карта добавляется в приложение Тинькофф Банка. И, соответственно, когда либо у вас, допустим, есть банковская карта, то, получая ее уже на руки от курьера, вам выдается эта самая сим-карта, которая тоже показывается в данном приложении. Либо же, если вы просто оформили сим-карту, то она тоже у вас будет показываться в приложении Тинькофф Банка, и там вы можете выполнять с ней все операции и даже перевод денег на карту банковскую. Касаемо переводов, да, у Тинькофф Мобайл даже это намного проще, там, чем какого-то другого оператора, потому что сим-карта Тинькофф, она, как, знаете, больше, наверное, даже как банковская карта со всеми такими же функциями в приложении, как и банковская карта. Поэтому, нажимая на сим-карту Тинькофф Мобайл, у вас есть возможность там оплатить. И после этого выбирается весь список возможной оплаты, как из банковской карты. Ну и тогда выбираете раздел перевода, выбираете перевод по номеру карты и вводите номер банковской карты для перевода. Либо же, если будет это, допустим, карта ваша, Тинькофф Банка, то тогда есть возможность перевода между счетами. И вы просто выбираете карту банковскую с вашего приложения, на которую вы хотите перевести деньги. Если это карта стороннего банка, то тогда вводите номер банковской карты, и за это еще взимается комиссия 2,9% от суммы перевода. Поэтому имейте в виду, при переводе денежных средств на карту другого банка, всю сумму, которую вы переводите, вы не получите. Дополнительно вам нужно будет оплатить еще комиссию. А так, в принципе, это очень удобно сделать, очень легко. Все в приложении. Если вы его не устанавливали, то скачайте его либо там с Google Play, либо с Play Market, там, да, либо с App Store. Введите номер банковской карты, либо номер телефона для регистрации, если вы еще банковскую карту не оформляли. И тогда в данном приложении вы сможете выполнить все функции с вашей сим-картой, ну и в том числе с банковскими картами. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забудьте поставить обязательно лайк, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч!